Раз, два, три. Всем привет! Сегодня лайфхак, связанный с тем, что шнурки постоянно развязываются. Если вы идете очень быстро, то останавливаться не стоит во время прогулок. И постарайтесь сделать так, чтобы не отвлекаться на остановки какие-то там, дабы не сбивать темп хождения и прогулок. Поэтому завязываем шнурки один раз и на всю прогулку. Хорошо получилось, не отвлекаемся ни на что, я на кошку отвлеклась. Сегодня лайфхак про шнурки. Как завязать шнурки так, чтобы они не развязывались, пока вы гуляете? Есть два способа. Я быстренько вам покажу. Значит, вот один. Начинаете вязать обычный бантик. Вот он, бантик пошел. Но здесь, вот в момент завязки самого бантика, вы делаете два оборота. Вот еще один оборот бантика. И затягиваете. Все, шнурок завязан. Такой шнурок не развяжется у вас в 99% случаев. Развязываем. Легко развязывается. Еще раз повторю. Еще раз. Делаете бантик. Но делаете два оборота. Вот один оборот. И еще один оборот. И затягиваете. Все. Второй способ. Обычный шнурок, опять же, тот же бантик вяжем, завязываем один бант, как обычно это делаем, раз бантик завязали, но ушки оставляете побольше и делаете еще один бантик сверху, вот так, кому как более удобно, тоже легко развязывается, если потянуть. Тоже легко его развязать, если вам нужно, но не во время прогулки. Пользуйтесь этими способами на здоровье. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментарии оставляйте. Может, у кого-то какой-то другой свой способ есть, который мы не знаем. Будет интересно посмотреть. Всем пока!